Москва-река является важнейшей транспортной магистралью столичного региона, его водной артерией, общая протяженность которой насчитывает около 500 километров. Сегодня речные круизы по Москве предлагают десятки компаний. В процессе прогулки можно насладиться видами столичного сити, старинных зданий сталинской постройки, Воробьевых гор, Новодевичьего монастыря, памятника Петру I, Крымского моста, Храма Христа Спасителя, ландшафтного парка Зарядье. Летняя навигация по Москве-реке длится с мая по конец сентября, зимняя начинается в ноябре и продолжается до конца апреля. В теплое время года по разным маршрутам курсируют около 150 крупных и маленьких теплоходов. Зимой это количество уменьшается примерно в 10 раз, поскольку в это время эксплуатироваться могут лишь суда с повышенной крепостью корпуса, способные преодолеть ледовые преграды толщиной до 20 сантиметров. Когда лед на реке толще, они плавают по каналам, протаренным для них кораблями ледокольного типа. Внимание! Указанные сроки примерные и варьируются в зависимости от погодных условий. Точное время начала сезона необходимо уточнять на сайтах перевозчиков и продавцов билетов. Множество вариантов прогулок предлагают такие компании, как СК Моспароходство, СК Москвич, Флотилия Редисон, Роспароходство. Но приобрести билеты можно и на сайтах посредников, Argotravel, Теплоход.ру, Теплоход, Ру, Речные прогулки, Москва Трип, Ривертикетес, Улетные подарки. Речные круизы, СК Моспароходство, по Москве реке прогулки, по Москве реке на теплоходе компания предлагает множество интересных и разнообразных прогулок и круизов на теплоходах. Ужин на теплоходе «Ривер Палас» представляет собой двухпалубную яхту длиной 77 метров. Нижняя палуба судна имеет полностью панорамное остекление и вмещает ресторан с баром. Над всей верхней палубой установлен тент, защищающий пассажиров от солнца и осадков во время отдыха. Во время прогулки гости корабля смогут увидеть Новоспасские и Андреевские мосты, Воробьевы горы, Парк Горького, Лужники, Кремль, Храм Василия Блаженного, МГУ, Памятник Петру Первому, Театр Эстрады и Новодевичьи монасты. Можно купить билеты как с включенным питанием, так и без него. Просто прогулка обойдется в 700 рублей. Звездочка для взрослого и 350 рублей. Звездочка для ребенка 6 лет и старше. Внимание, Детям до 5 лет билет покупать не нужно. Поесть в ресторане корабля по меню можно примерно за 1300-1800 рублей. Звездочка на одну персону. Прогулка на теплоходе с ужином на теплоходе обойдется от 1790 рублей до 5000 рублей. Звездочка с человека. За 1790 рублей. Гости могут приобрести сет стандарт, включающий, помимо прогулки на теплоходе, обед, ужин, по русскому, азиатскому или европейскому меню на выбор. Русское меню включает в себя мясные биточки с пюре, свекольный салат, бокал вина на выбор гостя, а также чай, кофе с пирогом. На ужин в азиатском стиле будет предложен салат из водорослей с традиционной заправкой, гречневая лапша вок, вино, чай или кофе с шоколадным роллом на десерт. Европейское меню состоит из салата с помидорами и моцареллой, белой рыбы с гарниром, вина, чая, кофе и порции сырного торта. Доплатив еще 1000 рублей, звездочка, можно купить пакет премиум, предполагающий один из трех вариантов меню на выбор. Если хочется чего-то особенного, за 5000 рублей. Звездочка, можно стать обладателем VIP-пакета, который в дополнение к прогулке предполагает депозит на сумму 4300 рублей. Звездочка для заказа из основного меню, а также персональный столик в зоне премиум индивидуального официанта. Внимание! Любой пакет можно приобрести в виде подарочного сертификата. Круиз стартует от причала «Киевский вокзал». Чтобы пройти к нему, надо от станции метро «Киевская» перейти площадь. Европы и идти в направлении Бородинского моста, а потом свернуть вправо. Как пройти к причалу «Киевский вокзал»? Летом 2018 года в будние дни расписанием предусмотрено всего два рейса, дневной в 15 часов и вечерний в 19 часов, выходные выбор времени отправления значительно шире. Длительность поездки – 3 часа. Найти более подробную информацию или уточнить нюансы экскурсии можно на официальном сайте «Моспароходство» или по телефону плюс 7 495 104 73 25. Романтический речной круиз Этот круиз совершается на теплоходе «Фалькон», судне с двумя комфортабельными палубами, отделанными материалами премиум-класса. На корабле установлена система климатического контроля и жидкокристаллические мониторы, на палубах для удобства гостей есть летняя плетеная мебель и мягкие диванчики. Расписанием предусмотрены отправления по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям дважды в день, в 17 часов 15 минут и в 19 часов 50 минут. Внимание! В расписании возможны изменения. Актуальную информацию необходимо уточнять на сайте. Во время двухчасового плавания гости корабля увидят Воробьевы горы, Московский государственный университет, парк Горького, Котельническую Высотку и спортивный комплекс ⁇ Лужники ⁇ Стоимость прогулки составляет 990 рублей звездочка. В эту цену входит ужин по одному из двух вариантов меню на выбор пассажира. Греческий салат со свежей фетой, шашлык из курицы и шампиньонов, кексы чай, кофе, теплый фирменный салат, паста с ветчиной и сливочным соусом, а также кекс на десерт и чай, кофе. На борт разрешено заносить свои спиртные напитки, но с безалкогольными напитками на палубу корабля не допустят. Внимание! Круиз актуален только в период летней навигации. Отправление происходит с причала Крымский мост. Добраться до него можно двумя способами. На метро выходить на станции Парк культуры, а затем 10 минут пройти пешком на общественном транспорте. Например, троллейбусе номер 79. Остановка улица. Тимура Фрунзе. Важно? Парковки для автомобилей на причале нет. Ужин на банкетном теплоходе с дискотекой в программе этого круиза Ужин на теплоходе по Москве-реке совмещен с возможностью отлично повеселиться и потанцевать на дискотеке. Прогулка совершается на теплоходе, Денис Давыдов, ее длительность 3 часа. Отправление происходит по субботам в 20 часов от причала, Крымский мост. Круизное судно поделено на несколько гостевых зон, банкетную палубу вместимостью в 80 человек, двухуровневую прогулочную палубу вместимостью до 100 человек и лаунж-бар в нижней части теплохода. Все зоны оснащены соответствующей комфортной мебелью, столиками, плетеными креслами и кожаными диванами. Принципиальное отличие данного предложения от аналогичных состоит в том, что на теплоходе всегда поддерживается актуальная тематика, например, в дни футбольных матчей велась их трансляция в баре. На заметку. На верхней палубе для желающих повеселиться более активно организован танцпол. В лаунж-зоне можно заказать кальян. В трюме корабля помещаются две двухместные каюты. С палубы теплохода гости смогут увидеть Горьковский парк, храм Василия Блаженного, Крымский мост, Воробьевы горы, памятник Петру Первому, Устинский мост, Кремль. Стоимость прогулки без ужина составляет 1100 рублей. Звездочка, с ужином 1390 рублей. Звездочка в меню входит овощной салат с сыром фета и оливковым маслом, куриное филе с овощами на гриле, десерт и чай, кофе на выбор. Разрешено приносить свое спиртное. Круизы, СК «Москвич» по Москве-реке, СК «Москвич» предлагает своим пассажирам широкий выбор. Расписание морских прогулок по Москве-реке включает и обзорные двух-трехчасовые поездки, и вечерние дискотеки, и продолжительные однодневные экскурсии с осмотром достопримечательностей Подмосковья, например, восьмичасовая поездка по выходным в Николоугрешский монастырь. Обед, ужин на теплоходе, Мария Ермолова, экскурсии на теплоходе по Москве, реке теплоход, Мария Ермолова, представляет собой двухпалубное судно премиального уровня. Верхняя открытая палуба отведена под зону для отдыха, где можно наслаждаться видами города и принимать солнечные ванны. На нижней находится ресторан с окнами от пола до потолка и отделкой деревом, вмещающий около 40 гостей. Интересно, корабль оснащен современной системой контроля климата и удобной мебелью для гостей. Благодаря своим небольшим габаритам, корпус имеет длину всего 21 метр, ширину 7 метров и низкой осадки, Мария Ермолова без проблем может плавать там, куда более громоздким теплоходом путь закрыт. Двухчасовой круиз для взрослых пассажиров и детей старше 12 лет стоит 1490 рублей, звездочка для детей в возрасте от 6 до 12 лет 300 рублей. Звездочка, пассажирам до 5 лет включительно отдельный билет приобретать не нужно. Отправление происходит ежедневно в 13 часов 15 минут, 15 часов 30 минут, 17 часов 45 минут, 20 часов 22 часа 10 минут. Прогулка на теплоходе по ночной Москве хорошо подходит для свиданий и романтических ужинов. Маршрут Круиза начинается от Новоспасского моста и проходит по обводному каналу мимо плавучих фонтанов моста Поцелуев. Потом кораблик выходит в реку и проплывает памятник Петру Первому, парк Горького, храм Христа Спасителя, Кремль, новый ландшафтный проект Зарядье. Затем гости смогут увидеть парящий мост и котельническую высотку, после чего вернуться на причал. Изысканный обед или ужин от шеф-повара подается под звуки живой музыки. Чтобы попасть к причалу «Новоспасский мост», нужно доехать на метро до стакана. Пролетарская «Таганско-Краснопресненская ветка» или «Крестьянской заставы» «Люблинская ветка». Поднявшись из подземки, надо пройти третий Крутицкий перк, перейти на Воспасский проезд и по Саринскому проезду продолжать движение в сторону реки до перекрестка с Краснохолмской набережной. Причал находится в 100 метрах справа от перехода. Вся дорога пешком займет не более 10 минут. Дополнительная информация. Если ехать на автомобиле, то его можно оставить на бесплатной парковке у Краснохолмской набережной, а также на противоположном берегу на шлюзовой набережной, по воскресным и праздничным дням плату за парковку не взимают, но в рабочие дни и по субботам придется заплатить 40 рублей звездочка за час стоянки. Ужин с обзором центра столицы предлагаемый круиз совершается на теплоходе типа «Москва» и продолжается в течение двух часов. Во время прогулки пассажиры увидят новый деловой центр Москва-Сити, состоящий из современных башен различной архитектуры, столичные постройки сталинской эпохи, площадь Европы, Киевский вокзал, проплывут мимо Новодевичьего монастыря, Воробьевых гор, МГУ, спорткомплекса, Лужники, парка Горького и памятника Петру Первому. Круиз проводится под музыкальное сопровождение и включает вкусный ужин. Эта прогулка на теплоходе по Москве реке с ужином для взрослых пассажиров и детей старше 6 лет стоит 1300 рублей звездочка. Пассажирам до 5 лет включительно отдельный билет приобретать не нужно. Отправление происходит ежедневно в 21 час 20 минут от причала Устинский мост. Причал расположен прямо в центре столицы. Добраться до причала можно автобусами номер 255, остановка Китайгородский проезд номер М2. М5, 158, 38, 101, М10, М9 миллионов 904 тысячи 144, остановка метро Китай-город троллейбусами номер М7, M7, М8, М7, К, остановка метро Китай-город трамваями номер 3 и номер 39, остановка, площадь. Яуские ворота, на метро, стакан. Китай, город, на автомобиле. От выхода из метро нужно будет пройти еще 7-10 минут пешком. Прибыв к причалу на машины, ее можно оставить на городской парковке номер 1108, по обе стороны Китайгородского ПРД, за 150 рублей звездочка в час с понедельника по субботу и бесплатно в воскресные и праздничные дни. Важно, всю дополнительную информацию и актуальное расписание на ближайшие дни можно узнать в судоходной компании «Москвич» по телефону плюс 7 495 997 90 60. Лучшее время для круиза по Москве-реке. Советы начинающим путешественникам прогулка на теплоходе Тюмень Большинство любителей речных прогулок предпочитают совершать их летом, когда вероятность неприятных моментов в виде осадков или порывов ветра минимальна. На самом деле этим советом стоит воспользоваться прежде всего пассажирам, планирующим важное мероприятие на борту или организующим досуг для малышей. Остальным категориям гостей непогода не так уж и страшна, поскольку в течение зимнего сезона они размещаются на остекленных палубах, где функционируют отопительные системы и все предусмотрено для комфорта пассажиров. Чтобы прогулка доставила истинное удовольствие и прошла совершенно гладко, надо помнить некоторые правила и нюансы. Прибывать на причал отправления надо заранее, хотя бы за 10-15 минут до отплытия судна, поскольку за 5 минут до него посадка уже завершается. В день круиза лучше связаться с организатором прогулки, контакты обычно указаны в билете, и уточнить время отплытия, поскольку из-за погодных условий поездка может быть перенесена или вовсе отменена. Предпочтительнее не брать с собой дорогостоящие вещи, которые не получится носить все время с собой и придется оставлять без присмотра, сотрудники судов не несут ответственности за имущество пассажиров. Не стоит употреблять алкоголь перед посадкой, поскольку пассажиры в состоянии опьянения не будут допущены на борт. С животными, фейерверками или оружием на борт также не пустят. Дети до 5 лет могут занять отдельное посадочное место только при наличии на судне свободных мест. Перед покупкой билета рекомендуется ознакомиться с акциями и специальными предложениями круизных компаний и агентов, на сервисах типа «Беглеона», часто предлагаются к покупке купоны, позволяющие сэкономить до 50% от цены билета и сделать прогулку на теплоходе по Москве-реке еще приятнее. Звездочка все цены актуальны на июль 2018 года.